Привет, всем привет, смыслуки, ребят, добро пожаловать в новое видео. И сегодня будет такое видео, от которого ты точно будешь в шоке. Сегодня будет самое настоящее противостояние читера и админа в Doors. Кто не знает, у читера с админом Doors давно уже происходит сражение в наших шортсах. И сегодня решится все. Сегодня читер решил показать настоящую свою силу и начнется настоящее противостояние. Так что будет очень весело, смотри до конца. А также, ребята, поздравляю всех вас! На нашем канале уже 50 тысяч подписчиков. 50 тысяч слакерят, и это супер круто, ура! Спасибо каждому. Наша следующая цель 100 тысяч. Подпишись и поставь лайк за 5 сек, или тебя съест фигура. Давайте сегодня наберем 1000 лайков. Ну все, я читер, и я отомщу сейчас админу Дорса за все, за все насмешки. Я ему сейчас вам еще сколько он раз меня уже убил в этом Дорсе, этот админ. А, вот он админ, ага, все, он следит за мной. Вот тебе, понятно? Смотри, смотри, как я разрушаю Дорс. А, ты поставил ко мне... Раша, да? Или Амбуш? Или кто это? Кого ты ко мне послал? Амбуш, вот тебе, понятно, до свидули, Амбуш. Ты что думаешь, кровавая тень, красная тень, админ, думаешь, меня запугаешь? Я никого не боюсь, хоть послай мне кого. Я отомщу сейчас тебе за все, вот так вот. А, Рашек, ну и что, я просто спрячусь и посмеюсь, даже мне не нужен крест, я его просто выкинул. Мне не нужен даже крест, чтобы от Рашика спрятаться, я вообще не боюсь. У меня есть сканер, что ты на это скажешь? Что ты на это скажешь, админ? Я сейчас легко найду, куда мне идти. И не нужно меня пугать, там, висеть. Висишь там, злой, блин, админ. Вообще, вот тебе, понятно? Отрежу, разрежу все сейчас. Ага, опять ты меня пугаешь, админ. А, еще и кого-то послал ко мне. Кого? Рашика, что ли? Рашика? Да я этого Рашика сейчас выкину. Вот так вот этого Рашика, понятно? До свидули, Рашик, все. Иди на небо, все, до свидули, Рашик, понятно? Ты что думал? Ты что думал, админ? Да хватит ты меня пугать, преследуешь меня, ё-моё. Хватит уже, админ, блин, пугать меня. Вот так вот я дверь просто отрежу, понятно? Ты что меня не пускаешь, админ? Быстро меня пусти, сейчас я тебе все сломаю, здесь сломаю, здесь все. Вот, так-то лучше. Знай свое место, админ. Я сейчас покажу всем. Ой, ты что сделал? Ах ты, еще я решил комнаты вот так мне... Так, а вот там послал ко мне опять... Рашика, что ли? Да я не боюсь, у меня вот даже невидимый крест. Я что на это скажу? Невидимый крест. Не ожидал, да? Не ожидал такого пранка? Вот и все, и сиди там. Сиди и смотри, как я здесь главный в этом Дорсике. Вот у меня есть сканер, я быстренько нашел ключик. И все. Захочу куда, пойду куда. Так, что ты там делаешь? Кого ты там вызвал? Ты что, вызвал голод? Офигеть, блин, это было близко. Это было, ребят, страшно, но ничего страшного. От Сика я вообще даже убегать не буду. Я его вообще не боюсь. Иди сюда, Сик, ты что думаешь? Что ты заступаешь за админа? Вот тебе, понятно. Сиди там со своим админом. Я здесь главный. Я сегодня главный в Дорсике, понятно? Ты что думаешь? Ты что думаешь? Вот. Мне еще и ачивочку дали. Вообще топчик. Так, что ты опять за мной ходишь? Глаза, да, глаза, вот отрежешь себе глаза. Нет, они меня коцают. А что они меня коцают, блин? Нафиг надо, лучше я уйду. Да хватит меня пугать. Вот так вот тебя будешь меня пугать, я просто буду изгонять все твои шкафы. Да хватит, отстань от меня, админ. Вот тебе, вырежу все. Рашика, да я просто спрячусь и все. Что ты на это скажешь? Ты что думал, Рашика я боюсь? Я не боюсь Рашика. Что это такое? Что ты сделал? Ай, блин, а ё-моё, испугал! Хватит голод сюда отправлять, блин, хардкорный Дорс не устроил какой-то каждую секунду монстр. Вот так тебе камин твой, я вырежу нафиг и все. Вырежу твой камин и все, будешь без камина здесь сидеть. Админ, достал меня уже. Ну хватит ты меня пугать, ну-ка, дай мне пройти быстро, админ, дай мне пройти. Вот так-то лучше. Вот так тебя понял, чтоб ты знал свое место. Сейчас я все сломаю весь Дорс. Сломаю тебя весь Дорс, все изгоню, вот так вот все вырежу. Все вырежу. О, нет, админ, нет, ребята, нет, опять меня админ. Блин, нет, помогите. А всем спасибо за просмотр, с вами был Слокер. Не забудь подписаться и поставь лайк. Кликай на экран и смотри другие видео. И знаете, вы самые лучшие. Еще увидимся.